Доброго здравия, други мои! По вашим многочисленным просьбам, наверное, начну серию повествований о том, как тренироваться в гире, какие делать упражнения, какие комплексы, поскольку подходов и поскольку раз в неделю. Итак, я советую всем начинать заниматься с базовых упражнений с гири. Представьте себе, что у вас из всех спортивных снарядов есть только одна единственная гиря. В нашем случае это гиря 16 кг. В вашем случае, возможно, это 24 или 32. Итак, какие базовые упражнения можно выполнять с гирей? Ну, конечно же, например, жим гири или швунг гири. По сколько раз выполнять? Я рекомендую выполнять от 8 до 12 повторений в 5 подходах. Так тренировался когда-то я. В дополнение к швунгу я рекомендую еще выполнять вторым упражнением. Это рывок гири. Рывок гири выглядит вот таким вот образом. Поначалу, возможно, вы будете очень сильно набивать предплечье. Со временем, будем так говорить, тело вам само подскажет, как правильно выполнять рывок. Вернее, завод гири на руку. То есть, рука должна идти не вот так вот, гиря не должна сверху падать. Она должна заходить как бы сбоку. То есть, вот таким вот образом. Инерция ног и спины позволяет вам как можно более сильно, энергично выкидывать гирю вверх. Ну и без моих рассказов, в интернете огромное количество рассказов о технике рывка. Итак, вы выполняете 5 подходов по 8-15 повторений в жиме либо в швунге. Постепенно швунг переводите на жим. И, допустим, 5 подходов рывка. Как прогрессировать в данном варианте? Допустим, вы можете выполнять чистым жимом 10 повторений и больше выполнять не можете. Поэтому очень возможны комбинации. Первых 5-6 повторений вы жмете, потом следующие, допустим, еще 5 повторений вы швунгуете или выталкиваете гирю. Таким образом, вы постепенно доводите свой результат до того, чтобы в 5 подходах вы выполняли по 15 повторений жима. И то же самое в рывке. То есть вы доводите до уровня, что вы можете выполнять, допустим, с гирей 16 или 32 килограмма, какая у вас гиря есть, до 5 подходов по 15 повторений. Как же прогрессировать дальше? Прогрессировать дальше вот таким вот способом. Просто вы убираете перерыв между подходами на левую и на правую руку. То есть вы, допустим, пожали левой рукой 15 раз, поставили, 2 минуты отдохнули. Пожали правой рукой 15 раз, поставили, снова 2 минуты отдохнули. И так получается в комплексе по 10 подходов, всего 10 подходов, по 5 подходов на каждую руку. Я предлагаю попробовать такой вариант. Сам в свое время так делал. Допустим, левой рукой вы отжали 15 раз и сразу без передышки правой рукой начинаете тоже выжимать 15 раз. Когда вы справились уже и с таким вариантом, то есть прошло время, вы набрались сил, что делать дальше? Как прогрессировать дальше с гирей одного и того же веса? Дальше вам могу предложить сжать гирю на ладони. То есть ставим вот таким вот образом гирю на ладонь и выжимаем вверх. Один есть нюанс. Когда вы жмете гирю тушкой вверх, так сжать сложнее. Если вам так еще тяжеловато жать, ставьте гирю на ладошку тушкой вниз. Так сжать легче. Значительно легче. Допустим, вы выполняете 3-4 подхода классического жима, а потом 5-й подход выполняете уже жимом гири на ладони. Через какое-то время вы уже начинаете 4-5 подход делать жим на ладони. И через какое-то время вы все 5 подходов будете жать четко гирю на ладони. Что же касается прогрессии в рывке. Опять же, вы можете просто убрать перерыв между подходами.
то есть повырывать левой рукой, потом повырывать правой рукой и уже только тогда отдыхать. Но есть еще такой вариант: выполнять рывок на попа. То есть не вот таким вот образом, а вот таким образом. Хоп, обязательно фиксация. Четкая должна быть фиксация вверху. Вернули. Раз, четкая фиксация вверху. Вернули. Четкая фиксация вверху. Вернули. Теперь сколько раз в неделю выполнять такие тренировки? Все, конечно, зависит от веса гири, от вашей начальной тренированности, от вашего веса и возраста. Если вы еще довольно молодой спортсмен, вам 16-17 лет, допустим, и вы тренируетесь с 16-килограммовой гири, то я рекомендую делать такие тренировки через 2 дня. То есть, допустим, в понедельник вы выполнили данный комплекс, вторник, среду отдыхаете, в четверг его повторяете. Пятницу, субботу отдыхаете, в воскресенье его повторяете. Если вы выполняете уже более солидным весом, допустим, с гирей 24 или 32 килограмма, то, естественно, ваш организм получает гораздо большую нагрузку, и времени на восстановление надо больше. Поэтому примерно отдыхайте между этим комплексом 3 дня. То есть в понедельник, допустим, вы сделали тренировку, вторник, среда, четверг отдыхаете, в пятницу у вас следующая тренировка. Потом суббота, воскресенье, понедельник отдыхаете, во вторник следующая тренировка. Самое главное, господа, не перетренировывайтесь. Думаю, на... Для первого раза будет достаточно, и так информации достаточно много. Успехов вам, други мои, будьте здравы!